Ну вот и где заканчивается психотерапия, которая работает, там психодрама, шедоу, которая работает с ролями, и где, собственно говоря, начинаются практики осознанности, да, то есть где начинается присутствие. А там, где, собственно говоря, нет ролей. То есть там, где человеку не нужно быть ни в какой роли, то, с чего начинаются все роли. То, куда все эти роли, как знаете, пальто, оно на тело вешается. Да? То же самое здесь. То есть задача найти вот эту свою самосущность, да? Найти внутреннюю природу, на которой это пальто повесится, на которой эти шляпы повесятся, на которой эти роли встанут. Вот. И это не так просто, да? То есть, потому что мы привыкаем за жизнь, у нас опыт, чтобы взаимодействовать с людьми, с миром, делать какие-то дела, зарабатывать деньги. Мы привыкаем быть в ролях. Мы привыкаем что-то достигать, кем-то быть, куда-то идти, чтобы нас приняли, чтобы нас любили. А опустошаться трудно.